Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 июня 2022 года, день, 2 часа дня, на улице 25 градусов тепла. У нас настоящее лето. Что я буду сейчас делать? Я сегодня с 5 июня делаю открытие сезона заморозки. Начинаю с киви. У нас в Брянске в магазине в линии киви по 80 рублей. Зимой они в два раза дороже, поэтому я решила купить и заморозить их на зиму. Буду замораживать вот таких пакетиках литровых, чтобы было на одну порцию. Сильно большие пакеты я не хочу. Буду замораживать с добавлением сахара. Буду замораживать их ломтиками, полукольцами и крошить кубиками. Кольцами, короче, полукольцами и кубиками. Кубиками можно мелкими и крупными. Я буду крупными и попробую мелкими по-разному. И, конечно, добавлять сахар. В пакетик буду я делать по 7 штучек. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 7 штучек это на одну порцию. Ну вот сейчас эти я уберу. И добавлять обязательно сахар. Где-то по столовой ложке сверху. По одной столовой ложке сверху. Ладно, покрошим и переложим сюда. Вот так я порезала такими вот колечками. И добавляем ложку сахара, вот такую. Все, достаточно. Больше не нужно. Хорошо перемешаем. И это вот пойдет на одну у меня порцию. Одному поесть. Кто захочет, достанет и скушает, наестся. А в больших пакетах мне не нравится. Вот так я разложила, выдавливаю воздух. Сейчас трубочку поставлю и хорошо уберу воздух. Вот так у меня получилось. Подписала киви с сахаром. Ну, а теперь будем делать 7 штучек, только уже полукольцами. Так вот получилось у нас полукольцами. Добавим ложечку сахара сверху. Вот, все. На 7 штучек одной ложечки достаточно. Хотя они не очень кислые, нормальные. Так можно замораживать и лимоны, и апельсины. Можно все. И пакетик. Следующая порция готова полукольцами. Ну, и третью порцию будем делать большими кубиками. Так, получились у нас такие вот большие кубики. И ложечку. Ложечку с сахарком. Ну, остальные киви также начну сначала кольцами, полукольцами. И уже, может быть, если хватит, сделаю меленькими кубиками. Складываем пакетик. Ну и вот, мои дорогие друзья, закончили с вами. 3 пакетика у нас получилось. По-разному порезан, но сделаны с сахаром. Я еще буду продолжать замораживать киви, но в следующий раз я вам покажу, как я замораживаю киви и заливаю сиропом из апельсин. Очень вкусно получается. Апельсины богаты витамином С, киви богаты витамином С. Это чтобы не болеть зимой. Заходите в гости, мои дорогие друзья, буду вам очень рада. До новых встреч, до новых заморозок. Пока!